Движение «Демократический выбор Казахстана» признано экстремистской организацией на всей территории Республики Казахстан. Его деятельность запрещена, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов. Мне порой кажется, что господин Аблязов не совсем понимает нынешний уклад Казахстана, живя за границей. Он толкает людей на социальную рознь. Разве политика на крови – это и есть решение? Если ты радеешь за благо народа, государства, то будь рядом с ним. Любое участие в деятельности экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182, 258 и 405 Уголовного кодекса. Я столкнулась вот с этим фактом. Мой сын тоже там был. Хотела бы призвать вот молодежь, не надо поддаваться всяким провокационным программам. Это прошла Украина уже. И зачем тут создавать вторую Украину? Сторонником Аблязова я не являюсь, потому что он личность далеко не святая. Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов ДВК. 2-3 недели назад меня кто-то известный добавил в социальных сетях в организацию ДВК, что, дорогие друзья, студенты, не поддавайтесь на провокации. Не подписывайтесь на всякие неизвестные вам паблики и каналы. Будь осторожен, не дай использовать себя.